стройка какая-то тут. Ну, фуд-сити вон там. Так. Здесь тоже по типу такого же рынка, да. Ну, где встать? Да, да. Ну, откуда мы знаем? Ну, я думаю, что парковка. На парковка, да, вот. На только для... Круговое движение. Первый съезд. Ну и прямо парковка тоже вот для покупателей. Короче, тут везде все. До конца маршрута осталось 100 метров. Вот, вход 7. И все, здесь уже как-то что-то. Везде этот хаос. Где мама? Нет? Всем привет! Хаус. Да. Всякие павильоны там тоже. В общем, двигаться очень сложно и очень скользко. Кроссовки мои превратились в хрен пойми что. Так, вот мои купили тут помидоры, пока я тут стою. И почем помидоры? 22. Ребята, кто знает, где есть маракуйя? Есть ягоды, фрукты. Вот тот павильон, надеюсь, на вот это все. Не знаю. Тут, понимаешь, там было написано помидоры из Азербайджана, но там не только помидоры, там просто куча всего. И точно так же, как здесь, ягоды. Вон, я вот вижу эти персики. Это что? Ну что? Вот, слышишь, пап? Манго вон. Что это манго? Все, да? 400 рублей, да? Ну что, пойдем. Ой, господи. Что это такой хаос? Не, ну маракуйи нету, да? Печаль. Вообще печаль. Да, все. Бегите по делу. И живика классная, крутая тоже. 100-200 рублей. Ой, какие красивые. 70 по 65 с кроссовком капец. Ну да, в принципе, нашла что одеть. Ну, я планировала заходить на этот накрытый туда внутрь, но что-то пошло не так. Короче, вот как-то так. Откуда? Вьетнамские. Ну смотри, ящик маленький. Берем, берем, 100 рублей, берем. 650 там килограмм, а тут... Ну они разные, да. Короче, мы зашли уже накрытый. Вот так тут все. Взяла на 320 рублей. Маракуйю, она по 650 стоит, короче,
Я, конечно, не ожидала, что она будет такая дорогая. А сколько штучек там получилось всего? 7. 7 штучек на 320 рублей, короче. Ну, вот так вот. Ну, ладно. В принципе, если за ней приехала, то уже нормально. Инжир берешь? Куда? Зачем? Там что-то на втором этаже есть. Ого, какие эти казанчики всякие, смотри. Идем на второй этаж. Кроссовки в хлам. Это просто какой-то кошмар, конечно. Ну, что-то я рассчитывала на этот, на маракую подешевле, но что-то пошло не так. Сектор. По секторам все расписано. Да, это второй этаж. Лифт грузовой. Угу. Мы сейчас хотим найти туалет, потому что уже долго ходим. По-моему, туда. Лифт. Лифт. Вот. Все, нашла. Стоп. Так, тут мы спустились обратно на первый этаж. Тут шампура различные. Ну, как-то пустовато, хотя воскресенье сегодня. Что-то я даже не знаю. Детские товары тоже. Сюда вот. Отказались мы от тележки таскать ее. Чего? Ну, вижу, вижу. Здесь разные вон. О, господи, тут такой выбор, что я не знаю, с ума сойдет кто-то. Это 9-й выход или вход. Как это назвать лучше? Ну да. Тут прям полно всего. В общем, все, я уже устала. И как-то... Чего? Я не хочу такое. Нет. Ну вот то, ну что-то. Какое? Да. Ну это пахлава, по-моему. Сколько она? 350. Вот это что? Это халва, по-моему, да? Это? Это пахлава, наверное. Что там пишут, надо почитать. Пахлава тоже. Ой, сколько тут всего, это какой-то кошмар. Смотри, соевый. Мам, мам, узнаешь? Короче, все, я в машине сижу, что-то мне стало как-то нехорошо, так что мой бон-вояж по Фуд-Сити заканчивается.
по цене там, я не знаю, сливу папа купил, но почем, как бы непонятно. Так что вот такие вот дела. Вот так мы съездили, не запланировано на этот Фуд-Сити. Вон какой-то автобус, кстати. Там написано на нем Тропарева, что ли, метро. Короче, отсюда всякие автобусы тоже ходят, кому интересно. Так что вот такой вот влог у нас получился. Немножко не такой, как хотелось бы, но вот так вот. Какая-то часть овощей у нас вошла в багажник, какая-то осталась здесь. Короче, много помидорок. Здесь манго. Вон оно все такое. Короче, вот такие вот покупочки у нас. Все, хватит нам? Больше 15 килограмм, больше не было. Давай, машина хочет заехать, отойди. Зелень вся. Ой, боже, сколько людей, кошмар. Я не знаю, тут, наверное, целый город какой-то. Да, мы уже во Внуково. Здравствуйте всем. Были в Домодедово, были во Внуково. Сейчас поедем в Шереметьево. Вот и все. Запутались тут с этого Фуд-Сити по навигатору. И вот так вот едем. Куда едем? В противоположную сторону от дома. Это что? Это... А, ну вот он так и показывает, что Внуково. Ну вот, ребята, вот там аэропорт. Я прилетала туда из Сочи, так что... Мы вот здесь были, в Домодедово, везде были, короче, сегодня. За здание. За здание? Это Внуково, да? Я сюда садилась. Вот такая вот познавательная экскурсия. Всех приглашаю. Организовываю туры по Москве, по рынкам, по аэропортам, по лесам. Звоните. Так, самолет входит в тучу. Уходим под эстакаду. Шишкин лес, кому интересно. Давайте поедем еще в Астрахань сегодня. Вон бомж сидит. О, что здесь написано-то вообще? Что-то написано. Кто себя узнал из Шишкиного леса, пишите. Будем рады знакомству со всеми вами. На макушках деревьев. Да.
Мы находимся... О, смотри! Этот... Господи Иисус! Это капец, ребята! Спасите наши души просто! Тут березоньки на кушечке. Смотрите, какой завод интересный. Кто знает этот завод? Ой, смотри, фу, а это свалка или что? Или... Бетоны. Ой, вот видите, вы теперь видите бетоны. О, смотри, железная дорога. Мам, давай, мне кажется, нырять туда. Мы сейчас он проедет, электричка. Кидаемся туда вниз на нее и все, и уже едем домой. О, да, вижу. Камера этого не видит. Да. Очень комфортно. Это даже не электричка. Да. Это грузовые. Подъезжаем. Все. Кошмар. Это просто был кошмар, ребята. Наконец-то посмотрите на эту вывеску. Ой, капец. Это Bon Voyage. На этом заканчивается. Дома покажу, что купили. Так, здесь у нас слива. Два ящика киви, помидоры, перцы, все остальное потом возьмем.